День первого президента совсем новый, но очень полюбившийся государственный праздник. А в городе первого президента этот праздник особенно много значит. Поэтому руководство города в этот день старается провести как можно больше мероприятий для всех жителей Темиртау. 1 декабря в стенах детско-юношеского центра «Алем» прошел праздничный концерт для детей с ограниченными возможностями под названием «Лучик надежды». Такое название организаторы выбрали не случайно. Они решили наглядно показать ребятам, что нужно никогда не отчаиваться и всегда идти только вперед. Концертную программу мы включили двух наших деток, которые у нас участвовали. Это Арман и Элеонора, девочка. Это дети, которые инвалиды, но которые достигли своим талантом, своим упорством, своей жизненной энергии. Они добились успехов. Их знают не только в нашем городе, их знают за пределами нашего города, по области и в республике. Вы знаете, что Арман у нас победитель конкурса. Он у нас участвовал в Алмате, получил гран-при. Мы его пригласили на этот праздник показать детям, что государство заботится о таких детях. Мы все им сделаем для того, чтобы только они сами могли проявить какое-то желание заниматься чем-то. А государство для этого делает все. Всего в празднике приняли участие 108 ребят с ограниченными возможностями в возрасте от 2 до 14 лет. В этот день каждый из присутствующих ребят получил хорошие подарки от руководства города. Каждому индивидуально постарались подготовить подарок. Тот, который для ребенка был бы очень необходим по жизни, я думаю, это мы подобрали книги, это энциклопедии, это сказки, это мягкие игрушки для самых маленьких. То есть постарались подойти к каждому ребенку, чтобы это было приятно и родителям, и деткам. Однако, как это часто бывает, доброе слово для человека значит не меньше подарков. Поэтому аким города Нуркен Султанов лично поздравил ребят с праздником и пожелал им всего самого хорошего и доброго. Так что я вам пожелаю тоже. В первую очередь это любить жизнь, делать маленькие-маленькие для себя шажки, чтобы были у каждого из вас победы, чтобы вот та цель или ту задачу, которую вы сегодня поставите, чтобы она сбылась. Потому что, я в этом уверен, мы живем в нашем прекрасном, молодом, независимом государстве. И, конечно же, в целом я хочу сказать, что все вы, наша молодежь, все это в целом делается, конечно же, ради вас. Мы все такие разные, но при этом равные. И наша независимость вся зависит от вас. Как вы будете себя вести, как вы покажете. Вот я желаю, чтобы та цель, которую вы хотели задумали, она обязательно сбудется. В этом я уверен. Желаю вам счастья и хорошего настроения. С праздником, дорогие дети! Завершился праздничный концерт общим музыкальным номером всех выступающих и, конечно же, безграничными улыбками всех присутствующих ребят.